На 31 января госпитализировано в изолированных блоках 66 человек с температурой и жалобами на ОРВИ. В стационарах остается 41 человек, выписано 25, сообщила главный внештатный консультант Министерства здравоохранения Республики Казахстан, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского университета Астана Динагуль Баешева. У всех мы берем и отправляем пробы для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы. В этом центре освоена методика по диагностике нового штамма коронавируса, добавила инфекционист. Настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения многолюдных мест, избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно мыть руки мылом, носить маски в общественных местах, менять маски через каждые 2-3 часа, соблюдать культуру чихания, носить салфетки или при их отсутствии чихать во внутреннюю поверхность правого предплечья. Мясные продукты нужно проваривать и прожаривать, а овощи и фрукты ошпаривать кипятком. На рынке не пробовать на вкус сухофрукты.